Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы смотрите «Ням-нямы». И сегодня мы с вами будем мариновать креветки. Пока креветки остывают, мы с вами приготовим маринад. Нам нужно немного масла. Уксус. Сюда же мы добавляем порезанный чеснок. Совсем немножечко табаско. Вот так, совсем чуть-чуть. Каперсы. Каперсы и табаско вы можете не добавлять, если не хотите. Это просто дает пикантность. Лавровый лист. Вообще специи зависят от вашего вкуса. Так что ориентируйтесь на себя. И соль. Лук я порезала кольцами. Сверху мы выкладываем чищенные креветки в любую стеклянную емкость, то ли это банка, то ли это вот как у меня, просто такая квадратная штучка. И теперь заливаем все это нашим маринадом. И я добавлю немножечко из той воды, в которой варились креветки, чтобы дополнить и чтобы не было так слишком мариновано. Значит, убирать мы нашу емкость будем на 24 часа в холодильник. Наша замечательная закуска готова. Если вам понравилось это блюдо, продолжайте готовить с нами. Пробуйте и экспериментируйте. Приятного аппетита!